завершили работу по нанесению материалов. Так вот это у нас все выглядит теперь. Багажники на полу. На арках, крыльях. Шумопоглощающие материалы, вторым словом, различной толщины. От 6 до 15 миллиметров. Все проклеено. Также на полу, в салоне. Такая вот красота получилась. И завершили также проклеивать двери. Автомобиль полностью готов к сборке. Выступаем.